Руководить здравоохранением Хабаровского края будет Юрий Бойченко. Его кандидатуру выбрала экспертная комиссия по итогам открытого конкурса. А сегодня временно исполняющий обязанности губернатора заявил о назначении. О новом руководителе отрасли здравоохранения расскажет Антон Петрович. Конкурс на должность главы краевого Минздрава был объявлен в октябре этого года. Поступило 5 заявок. В финал вышли 4 человека. Трое из них живут в Хабаровске. Один – Юрий Бойченко, хабаровчанин, который работает в Москве. Он и стал победителем. По словам нового министра здравоохранения, приоритетами для него станут доступность и качество медицинского обслуживания, клиентоориентированность и информатизация всей системы. Модернизация отдельных направлений стационарной помощи, которая бы улучшила и маршрутизацию, и логистику, и информационное сопровождение. Это также развитие информационной составляющей системы здравоохранения Хабаровского края. Юрий Бойченко – выпускник Дальневосточного медуниверситета, кандидат наук. До недавнего времени работал заместителем главного врача детской больницы имени Спиранского в Москве. О назначении на должность главы краевого Минздрава Юрия Бойченко сегодня в своем телеграм-канале рассказал в РИО губернатора Михаил Дегтярев. Он одобрил выбор экспертной комиссии и добавил, что продолжит искать руководителей для правительства с помощью конкурса. Таким образом, призыв, который был мной объявлен, продолжается. Все хабаровчане, кто так или иначе получили опыт работы и за рубежом, и в столице нашей Родины, имеют возможность вернуться в Хабаровск. И в Хабаровский край место для работы найдется всем. Юрий Бойченко уже находится в Хабаровске и пока будет работать в должности министра здравоохранения Хабаровского края с приставкой «исполняющий обязанности». Антон Петрович, телеканал «Губерния».